Сотрудники уголовного розыска Люберец задержали двух жителей Пензенской области. Их подозревают в совершении серии мошенничеств. Злоумышленники представлялись работниками газоснабжающей организации и проникали в квартиры пожилых граждан под предлогом проверки газового оборудования. Затем они убеждали пенсионеров в необходимости замены якобы испорченных газовых шлангов на новые. Стоимость услуги начиналась от 40 тысяч. Получив деньги, мошенники скрывались. Так им удалось обмануть трех местных жительниц на общую сумму 120 тысяч рублей. Одни были? Нет, монтажник. Следователям следственного управления в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурантам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время проводится дополнительное мероприятие, направленное на установление причастности злоумышленников к совершению аналогичных преступлений на территории Московского региона.